Елдимова Аня, Антипова Ксения и Решетникова Элина. Ваши аплодисменты! Ну а сейчас на самом деле произойдет самое интересное. Девчонки пели по своей песне, все было здорово, все было круто. Но сейчас мы с вами, к сожалению, после этой песни попрощаемся с одной из вас. К сожалению. Но вы сейчас можете договориться и... Нет, давайте подумайте, вот буквально 30 секунд, а мы вам поаплодируем громко. Девчонки, попробую сейчас договориться, какую песню общую они исполнят. Давайте сделаем... Готовы? Случайную песню. Боже мой, Вахтанг, великолепно. Итак, случайная песня. Какая-то случайная песня. Это будет очень жестоко, но смотрите, у меня даже есть заготовка. Вот у меня есть два варианта, смотрите. А осталось две цифры. Ну, ладно, они говорят, не показывай нам песни, мы назовем цифру. Хорошо, один или два? Два? Два! Два, дорогие друзья, песня под номером два. Да, вот такая вот она, вот она, вот она. Жестоко, жестоко. Мы не готовились к тому, что будет все легко. Песня действительно популярная. Популярная песня. Вот кто-то с горочки спустился, дорогие друзья. А теперь мы решим, кто же будет number one. Итак, первая — Морозова Юля. Ой, я не те бумажки взял. Ой, боже мой. Что же я запутался? Я взял девчонок. Ну, давайте тогда просто я покручусь и сделаем проще. На кого укажет, тот и начнет. Поехали. С тебя. Поехали. Поешь песню целиком. Давай, целиком, целиком, да. Мы хотим услышать ваш великолепный голос. Вот кто-то с корочки спустился, наверное, милый мой идет. На нем защитная гимнастерка, она с ума меня сведет. На нем защитная гимнастерка, она с ума меня сведет. На нем погоны золотые, яркий орден на груди. Зачем, зачем я повстречала его на жизненном пути? Зачем, 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 зачем? Зачем, когда проходит мимо, с улыбкой машет мне рукой? Зачем он в наш колхоз приехал? Зачем нарушил мой покой? Зачем он в наш колхоз приехал? Зачем нарушил мой покой? Его увижу, сердце сразу в моей волнуется. Зачем, зачем я повстречала его, его на жизненном пути? Зачем, зачем я повстречала его на своем жизненном пути? Ваши аплодисменты! Это была великолепная интерпретация известной песни. Ну что, две участницы? Поехали, играем дальше. Практически беспроигрышная лотерея. Итак, раз, два, три. Эй! Ну что же, опять великолепная песня, но она будет по-своему неповторима.
Ну что? Кто бы знал, насколько она будет неповторима? Насколько по-своему, наверное. Вот кто-то с городики спустился, наверное, милый мой идет. На нем защитна гимнастерка, она с ума меня сведет. На нем защитна гимнастерка, она с ума меня сведет. Когда проходит мимо, с улыбкой машет мне рукой, зачем он наш колхоз приехал, зачем нарушил мой покой, зачем он наш колхоз приехал, зачем он нарушил мой покой, его увижу сердце сразу. У моей волнуется груди. Зачем, зачем я повстречала его на жизни на пути? Зачем, зачем я повстречала его на жизни на пути? И ваши аплодисменты! Ну что же, и версия номер 3. Поехали! Вот кто-то с горочки спустился, наверное, милый мой идет. На нем защитна гимнастерка, она с ума меня сведет. На нем защитна гимнастерка, она с ума меня сведет. На нем погоны золотые и яркий орден на груди. Зачем, зачем я повстречала его на жизненном пути? Ваши аплодисменты! Ну что же, три участницы. Раз, два, три. Вставайте так, чтобы можно было вас всех увидеть. Никто не прячется. Широко. Шире. Отлично. Ну что, студия готовы? Мы сейчас с вами помним, да? Прощаемся с одной из участниц. Прощаемся, да. Мы выбираем ту девушку, которая покинет наш баттл. Итак, раз, два, три. Спасибо огромное. К сожалению, мы говорим тебе до свидания, но огромное спасибо.